Привет, народ! Хочу сегодня с вами поговорить о штанах. Вот. Это штаны от знаменитой компании, ну, чтобы вам было понятно, да, компании 5.11 Tactical. Да, вот. Чтобы было понятно. То есть вот у меня есть три модели. Хотел бы свой отзыв оставить о том, о качестве, о носке, о удобстве. Ну, как бы, обо всем, в принципе, так, по чуть-чуть. Давайте по порядку. В процессе того, как они у меня появлялись. Первая модель, это Tactical Pro, по-моему, называется она. У меня появилась года, наверное, 3 назад я ее купил. Ну, как бы, ношу по сей день. Будем так, я сейчас всех представлю, что у меня есть. Вторые штаны, которые у меня попались, это, по-моему, ой, я сейчас открою, я не помню, как они называются точно. Это штаны под названием Regiline, как-то так. И третий вот недавно я приобрел, это штанишки Джинкат называются. Джинскат. Нет, Джинкат. Ну, давайте по порядку обо всех. Ткани у них, как вроде бы как заявляет производитель, ну давайте вот вместе сравним, да, вот одни, вторые, третьи, везде составы есть, да, у нас вот, чтобы было, чтобы мы не были голословными. Ну вот, в первую очередь, да, по носке, чтобы мы определились, и как бы вот здесь у меня 65%, 35% полиэстера, 35% катона, здесь то же самое, здесь то же самое, то есть по составу ткани, полиэстер, катон, да, они абсолютно одинаковые. Но при этом, при всем, ткани абсолютно на всех трех разные. Давайте по порядку. Мои первые, самые любимые, им уже, я же говорю, где-то в районе там 3, больше 3 лет, я точно не помню, я уже не помню, когда их покупал. Самая плотная ткань, дольше всех, ну, вот, чтобы вы понимали, джинсы на мне обычные, катоновые джинсы, держатся, ну, не больше, я не знаю, там, 1.5-2 месяца, все, протираются, просто-напросто протираются на заднице, грубо говоря, как бы так. Эти штаны я ношу уже 3 года, как часы, то есть ткань просто, ну, чтобы вы понимали, вот эта вот ниточка, я вам там во вторых штанах покажу, протерлась в одном месте. Ну, я могу показать, что с ними, пускай это противно, но чтобы, вот, мотня, грубо говоря, чтобы вы понимали, что с ними за 3 года произошло. Да, протерлась, вот, видите. Есть уже следы того, что это протерлось. Ну, во-первых, это у нас... Мне, кстати, самому интересно. Как вы можете посмотреть. Вот, изнутри, собственно, все практически целое. Как бы там ни было, нет, все-таки протерлось. Вот, изнутри у нас... Еще я так думаю, что, может быть, полсезона я их отношу. То есть, они мои любимые, в них, ну, они по стилю карго сделаны. То есть карманы сбоку, то есть все зашибись. Плотненькие, хорошие. Вот видите, от того, что сумку ношу, тоже потертости появились некоторые. Но при этом, при всем, ну, у меня к качеству вообще претензий никаких. Все настолько сшито классно. Фирменные вот эти вся фурнитура. Вот это, как, ну, нож лежит даже. Ну, фурнитура, как она, ну, велкро это. То есть вообще, ну, за столько лет, как часы все работает. Как бы это первые штаны, мои любимые, я их дольше всего носил. И как бы они, по большому счету, они самые на данный момент недорогие у Tactical, ну, это у 5.11, да. Но при этом они самые качество у них, самая такая ткань у них, самая, да, она грубоватая чуть-чуть, но при этом они носятся, будь здоров, я вам так скажу. Вторые штаны, которые у меня появились, это Джинкат. Такие штанишки, они уже более, я их приобрел, потому что надо было, ну, как бы, где как такие, слишком они уж такие, совсем уж охранники, армейские такие, потому что куча карманов налеплена с боков, то есть не очень. Эти штаны, как бы, более на джинсы похожи, более цивильные. Опять же, куча карманов скрытых здесь первый карман, тут еще по карману, вот помимо того, что здесь карман, еще у нас здесь кармашек есть, то есть все замечательно. Но здесь, при всем при том, что состав написан тоже точно такой, 65% полиэстера и 35% катона, ткань уже потоньше, и, соответственно, я их купил, по-моему, 2 года назад.
они уже хорошенько потрепались. То есть я вам так, чтобы вам было понятно. Здесь вот то же самое. Как бы, они на год младше. Здесь, видите, потертостей существенно больше. То есть вот эта часть уже протерлась конкретно. И плюс ко всему, я вот нож носил здесь. И об сумку у меня вот вытерлась. Дырка уже совсем. Как бы, и это, кстати, к вопросу вот. Тут, как говорят, мол, там кевларовая нить или что-то такое, не знаю, верить, не верить, но, как бы, видите, вот, сам хэбэшная часть протерлась, а ниточки какие-то очень крепенькие остались, то есть, как бы, ну, как-то так. Усиление все, в принципе, ну, я, видите, носил нож не там, где надо, соответственно, поэтому и протерлось. Если бы носил вот здесь, здесь усиление специально для этих целей сделано, как бы, все было в порядке. И последние штаны, которые я купил буквально недавно, это, как они, забыл опять, Джинкат, да? Джинкат, да, перед этим были Реглан, да, а это Джинкат. Эти тоже у нас на джин, но это совсем как гражданские уже сделаны, и в них прикол, они самые тоненькие, я их на лето так купил, и они тянутся, чуть-чуть тянутся, у них ткани там что-то есть такое, что они, ну, как бы, вот, можете видеть, видите, оп, чуть-чуть растягивается, если в эту сторону они вообще не тянутся, то есть, как бы так... не тянутся, то здесь вот сейчас вот они, ну, немножечко растягиваются. Отошли они от кнопочек в этой модели, здесь просто пуговка, на то и была кнопка, тоже достаточно удобно. Как бы, ну, в принципе, карманы все как на предыдущей модели, как бы тоже все скрыто, здесь усиление есть, но я боюсь, что эти штаны у меня тоже очень недолго протянут, хотя по составу они тоже как бы все одинаковые, но, ну, вот им буквально, я не знаю сколько, третий месяц, да, им идет, уже они как бы вот, вы можете посмотреть, да, на состояние. Не могу сказать, что, ну, я не знаю, может годика на два, ну, фокус, где фокус? Вот, годика на два хватит, но как бы там ни было, не переживайте, все штаны чистые, это будет кривиться. Так вот, что хотел сказать, просто везде указано, да, они там какие-то там расписывают ткани, там то-то, сё-то добавлено, ну, обычному обывателю сложно понять, особенно если покупаем в интернете, глазами не щупаем, точнее руками не щупаем, как это все работает и с чем это едят. Хотел бы просто сказать, если вы берете, если вам надо именно такие штаны, которые именно, ну, такие жесткие, классные, которые долго будут служить и вообще неубиваемые. Это первые, они самые недорогие у них. Они, кстати, по цене, вот как я их покупал, так они как бы в цена у них и возрастает. Потому что это, видимо, самая новая модель, вот эти серенькие, поэтому у них и ценник дороже всего. Вот эти самые плотная ткань и самая такая... самая крепкая. В этих уже послабше идет, и в этих совсем. Я так думаю, что, ну, посмотрим, я не могу сказать, как бы, пока сильно мало носил их, но, как бы, в всяком случае, вот так. Поэтому, что хотел сказать, собственно, ради чего это было видео. Просто я вот на просторах интернета смотрю, да, по отдельности все штаны рассматриваются, а вместе вот их, вот, грубо говоря, ну, как бы, у них еще гораздо больше моделей, конечно, но, как, ну, я чем располагаю, тем и делюсь. Чтобы в сравнении, 3, может, человек хочет выбрать, нету такого. Я, во всяком случае, не видел. То есть, я вам как так скажу, если вы хотите что-то там такое, не совсем такое утилитарное, точнее, не совсем армейское такое, милитарист, не совсем милитари такое, а обычные штанишки, то это вот эти двое. Ну, а при этом у них немножечко по качеству, ну, я не скажу, что они там плохие, нет, они отличного качества, но при этом они слабее, чем... их не Tactical Pro, скажем так, версия. То есть вот это. Но она при этом, конечно же, ну, вы можете найти на, хоть на официальном сайте, хоть куча везде, где продаются они. Так что, собственно, так, да, еще, да, о чем можно сказать. Качество пошива, да, ну, везде, ну, идеальное просто. Я не могу сказать ничего вообще про эти штаны. Качество, ну, на высоте абсолютно, на абсолютной высоте. То есть у нас все... везде ниточки, видите, вот 3 раза прошито, везде все, вставочки, вот эти кармашки, я их уже столько в них пихал, фиг они прорываются, то есть настолько, ну, качество очень-очень и очень хорошего, отличнейшего, можно сказать, качества. К вопросу о том, что они все покрыты этим, так называемым, как оно, рипстоп, да, ну, тефлоновое покрытие, это пропитка, что они, мол, влагу по ним стекает. Да, есть такое, до первой стирки.
То есть, вот, ну, лично видел, да, то есть, когда вот надел их, только под дождь попал, водичка так, ну, как понимаете, да, стекает просто, она не пропитывает. Да, конечно, под ливень, если Вася не промок, но тут такой под легкий дождик, она просто стекает. Но, при этом, при всем, если их постирать, ну, обычный, как бы, я не заморачиваюсь, там, может, какими-то составами надо, там, хитрожопами стирать, как бы, я не запаривался насчет этого. У меня жена постирала, и все, после первой же стирки, все, этого пропитки, может быть, чуть-чуть она остается, после второй же железобетона, ни на одних не остается. Поэтому вестись на то, что они там, мол, не промокают, это все чушь, это все фигня. Ну вот, собственно, может, коротенькое видео, конечно, получилось, там, непонятное, сумбурное, но хотел поделиться. Какие выводы? Качество на высоте отменное. Вот вам штаны, которые я ношу. Притом, я еще раз подчеркиваю, джинсы на мне держатся обычные, катоновые, не больше там полутора-двух месяцев. Пожалуйста, 3 года. В принципе, еще носить можно, если что. Как бы, ну, протерлись, да. Как бы... Я эту фирму себе выбрал, пускай она недешево стоит, но при этом при всем есть как бы смысл, потому что не приходится каждые полтора месяца покупать себе штаны, грубо говоря. То есть, ну, в принципе, да, еще, кстати, один момент хотел уточнить. Вот если вы посмотрите на ткань, да, я не знаю, будет видно, не будет на камеру, мне, к сожалению, непонятно. Здесь вот такие, ну, как вот... таким квадратиком, такие более нитки толстые, ну как бы такая структура ткани. Здесь это так видно средне. На этих штанах тоже так чуть-чуть видно. На этих штанах, но если выходить, то их на них конкретно, ну уж, ну вот совсем начинает, совсем уж видно, как бы вот эту, типа как клеточка, сеточка. Так что и будьте готовы к тому, что, ну как бы, может быть, это вам тоже не понравится, может не понравится, скажем так. Ну может, в всяком случае, это на этом цвете, так, на тех цветах, которые у меня есть. Как бы, ну, собственно, все, что хотел, все сказал. Опять же, извиняюсь, если есть какая-то сумбурность, непонимание какое-то. Качество, опять же, на высоте. Рипстопа, читайте, что нет. Все это рекламная замануха. И, короче, самое главное, что они фиг протираются. Вот так вот. И еще давайте покажу вам, чтобы было понимание. И да, еще хотел сказать. Размерные сетки... В принципе, работает. То есть у меня все штаны, как бы, ну вот, если чтобы вы понимали, да, ну вот я там по таблицам мерил. В принципе, вот тут по вот этим вот размерам, которые таблицы у всех производителей, как бы они совпадают. То есть размерности у них точно. То есть там надо пузо померить, да, там талию и длину самой штанины. Все это работает, все совпадает. То есть можно смело. В принципе, покупать в интернете. Главное только довольно точно как бы промерить, и чтобы там была сетка та, которая, ну, как бы их не настоящая, оригинальная, то есть как бы ту, которую они рекомендуют производитель. Ну, в принципе, все, что хотел сказать. Всем рекомендую, качество просто супер. То есть своих денег, я бы за них больше отдал бы, наверное, потому что они реально классно работают и классно живут. Собственно, на этом все. Пока-пока.